Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в House Flipper. Собственно, в предыдущей серии мы с тобой сделали ремонт в какой-то там карте заказов и продолжим в этой серии тоже этим заниматься. То есть, давай перейдем поближе к морю и будем заниматься вот этим. Этим домом. Заказ. Вид на море. Даг и Стейси мечтают иметь дом с видом на море. Они купили дом с большой террасой, с которой можно увидеть пляж на расстоянии вытянутой руки. Но дом нуждается в небольшом освежении. Им понадобится помощь в обустройстве интерьера. Удачи, Грета Эванс. Принять, естественно. Как же не принять? Так вот. Если ты не подписался до сих пор на канал, обязательно это сделай. Это не так сложно, просто нажать на кнопочку. Также поставь лайк, это также делается быстро и просто. И напиши комментарий, как у тебя прошел сегодняшний день и как у тебя вообще дела. Напиши и все. Заказ мы прочитали, ну и приступаем, собственно говоря, к непосредственному выполнению этого заказа. Почему-то он мне напоминает предыдущий дом. Правда, там была не винтовая лестница. Ого-гошеньки, как все запущено. Не винтовая лестница только была. Используй. Давай сосредоточимся на современности. Современный стиль очень хорошо сочетается с застекленными стенами. Традиционная уютная мебель позволит вам насладиться видом. Я считаю, что... Слушай, да она и тут не особо довольная. Ты, правда, наверное, за мной ты особо не видишь, но... Она тут вот не особо прям довольная, такая ухмылка у нее паршивая. Этот вот довольный. Давай его выберем. Удалить предмет, какой удалиться, и... Так, вот это не удаляется. Все, удалил. Так, удалить предмет холодильник. А, ну и все. Очистить грязь, говорит нам игра. Но мы сейчас и очистим, собственно. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. И погнали. Тут все просто. В целом, здесь все очень просто. Здесь все делается просто одним нажатием. Так как у нас все прокачано на максимум практически. Это не усложнит нам никак наше существование. Мы все делаем. Смотри, как быстро. Вся грязь уже почистилась. И осталась грязь только вот в этой... Подожди-ка. Куда-то грязь пропала. Я не понял, куда. Модифицировать стены, говорит мне... Задание. Столовая. Модифицировать стены, покрасить цвет в цвета белый. В белый цвет 100 стен покрасить. А это где? Это вот здесь? Это все вот это надо покрасить в белый цвет? Ладно. Куплю большую банку краски. Чтобы наверняка. И уложить панели, упаковка панели, темный кирпич. 5. Купить несколько. 5. Ну, давай попробуем, не знаю. Это столовая, а это кухня, то бишь это точно не это. Это точно не это. А, ну это все столовая, поэтому давай-ка мы вот здесь вот... Блин, здесь под кирпич-то тоже не к чему. Это всего 5 штучек надо положить. А куда же мне эти всего 5 штучек положить? Чтобы они не были какими-то там, не знаю, вычурными. Ну, давай по... Блин, да я даже не знаю, куда их можно засунуть. Вот сюда есть только. И то здесь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штук. 6 штук нужно, 6. А тут получается 5. Как вариант сделать вот... Раз, два, три, четыре... Кто живет у нас в квартире? Я не знаю, куда можно поставить это все. Глупость, короче, какая-то получается, я не знаю. Уложить панели, упаковка панели, темный кирпич. Но давай засуну куда-то их вот сюда, вот. Типа вот эта стена будет кирпичной. Правда, от меня требует еще 100 стен покрасить, блин, но... Найду я 100 стен-то здесь, с учетом того, что вот эти стены я сейчас уложу кирпичом. Как ты считаешь? Напиши об этом в комментариях. Не смотри только вперед. Не перематывай. А то так получится нечестно. Но в целом я считаю, что это...
быстрое занятие, и мы сделаем это очень быстро. Ну, скоро очень получится у нас это все выполнить. Как бы не так много всего. Нужно всего лишь покрасить стены. И всего лишь сотню. Не тысячу все-таки. Ну, вот это надо тоже будет закрасить сейчас. Угу. И да, я еще раз повторюсь. Я помню, говорил это, но... Кто не слышал, House Flipper выходит так редко. Из-за того, что... Просто так. Из-за того, что я просто не успеваю это все записывать, получается, что вот такая вот история. House Flipper сейчас будет выходить по три видео в неделю где-то. Ну, плюс-минус, там, не знаю, там, понедельник, среда, пятница, или же вторник, четверг, суббота. Ну, или же что-то вот типа вот этого. То есть по такому графику примерно. Не больше трех видео в неделю. Они будут чередоваться, точнее, он будет чередоваться с другими видео, потому что другие тоже надо выкладывать, и нельзя фокусироваться лишь на одной игре, естественно, аудитория все-таки разная, и может кому-то не нравится смотреть House Flipper, кому-то не нравится смотреть, например, Cooking Simulator, а кому-то не нравится смотреть хоррор, и, естественно, нужно делать так, чтобы все люди смотрели. И поэтому получается вот как получается. Пока что нет у меня возможности записывать по три видео в день. Эта возможность, скорее всего, появится не очень скоро. Ну, потому что столько времени найти это очень сложно, а спать тоже людям хочется. Ну, тебе вот хочется спать, вот и мне тоже хочется спать. Поэтому получается, как получается. Ладно, давай здесь тоже покрашу. Поэтому получается, как получается, и я не успеваю это все делать. Угу. Иногда, конечно, выходит у меня два видео и стрим, например. Но я не считаю это полноценными тремя видео. Это, получается, два видео все же. Но мы с тобой большие молодцы, и мы все равно с тобой все сделаем. В любом случае, игры будут пройдены, в любом случае, будет все выпущено, записано. Но... Нужно просто иметь терпение. Как бы... Мы же никуда не торопимся с тобой, правильно? Мы вот красим стены, красим потолки, красим... Кстати, вот обидно даже, что здесь потолки красить нельзя. Это очень, как-то, не знаю, расстраивает меня, мою душу. Были бы потолки здесь, было бы вообще классно. А то что они всегда белые? Я бы его в зеленый там покрасил бы и ходил бы здесь, радовался. Зеленый цвет, он успокаивает, как говорится. Так, это я тоже покрасил. Ну, давай откос еще мазнем, чтобы не было этого аляписта. Ну, вот в ту стенку я красить не буду, потому что это все-таки уже не откос даже, а просто какая-то деталь наружнее. Почему она здесь вообще отображается, не ясно. Так. Везде все покрасил? Или же где-то что-то пропустил? Пропустил. Пропустил. Так. Отлично. Теперь. Опа, блин, ни хрена себе, я целую стену пропустил. Ну, как целую стену? Под окном, конечно, не так много, но все же. Ну и вот здесь давай тоже намазюкаю. Все, вот теперь точно я могу со спокойной душой перейти к следующему действию. Палисандр, Александр, давай. Оп. Красота. Какая красота все-таки, ну, смотри-ка. 88%. Почему вот это относится к столовой, мне так и непонятно, но... Хозяин, барин, пусть будет столовая. Элегантный диван. Где тут? Да, вот этот продам все. Надо же было догадаться, купить 5 упаковок. Ну, написано упаковки, я купил упаковки. Элегантный диван. Давай элегантный диван поставим. Синий. Нет, куплю белый. По ширине, по высоте, по длине он, получается, встает вот здесь хорошо.
Вот так где-то, да? Ну, хотя бы, чтобы примерно поровну было от стен расстояние. Теперь, светлое кресло. Но оно должно быть тоже белое, потому что уже же есть белый... Почему белый диван и белое кресло разных цветов? Что-то здесь неладно. Так, ну пусть кресло вот... Да нет, ну блин, ну ни к чему они здесь. Почему... Ты зачем столько дверей? Зачем столько стеклянных входов? Ну пускай здесь стоит. Ну и здесь... Нет, здесь вообще ни к чему. Блин, ну а куда его поставить? Куда его можно поставить здесь еще? Да никуда, вот сюда поставлю. Какая-то параша получается. Теперь электрический биокамин. Мудела. Мудела. Мудела электрический биокамин. Не то. Шум какой-то был. Страшно. Страшно, очень страшно. Да что такое-то? Так, тут что-то белый весь вообще разный. То есть просто вот белый цвет, он везде весь разный. Куда вот можно биокамин поставить? Он здесь вообще ни к чему, нигде. Вот здесь, вот сюда его вообще не стоит ставить. Сюда он не влезает. Можно поставить вот сюда, но, блин, даже не знаю, к чему он здесь. Ну пусть стоит, что я не знаю, это издевательство. Здесь он тоже был бы ни к чему, хотя... Блин, подожди, может быть вот сюда лучше? Ну, он здесь хотя бы не мешает. Подвесной телевизор. Подвесной телевизор, будет он висеть у нас с тобой где? Знаешь где? А я тоже не знаю, вот здесь пусть висит. Чтобы можно было с дивана смотреть. Кстати, да, вот эту вот ерундустику надо по... Подожди. То ли дом кривой, то ли у меня в глазах криво все. Я стою вот ровно. Я хочу ровно стоять. Я хочу, чтобы было ровно. А здесь получается наискосок все. Даже если я так сделаю, вот смотрю по стене, то стол стоит криво. Точнее, нет, стол сейчас стоит ровно. Но что-то здесь неровно. Кривой дом. Кривая комната, поэтому я не, у меня мне прям диссонанс в голове. Ковер цветы купить. Ну, пусть будет вот здесь. Классика. Шифлера. Фотография села моря, фотография клифф и набережная. Давай две шифлеры поставим. Ой, какие большие-то, ёшкин кот. И куда? А, и сюда даже не поставишь, да? Ясно все. Ясно, ясно, ясно. Тогда пойду их поставлю вот, вот сюда. Пускай у лесенки стоят, радуют нас своим видом. Ну, потому что где им еще стоять? Где им стоять так, чтобы не мешаться? Орхидея. Орхидею поставлю я на стол. Чуть такой серебристый, а почему он черный? И вот такие. Угу. Да нет, я же... Вот сюда хотел поставить. И не сюда, а вот сюда. Теперь беру фотографию «Силу моря». Купить сейчас. И повешу я ее вот сюда. Теперь беру вот такую фотографию. Купить сейчас. И вешу ее вот сюда. Ну, будет типа коллажа такого. Не знаю. Купить сейчас. Ага, понятно. Будет коллаж у меня вот такой. Сюда тоже широко, вот сюда тоже широко. А куда не широко бы, куда бы его засунуть? Так, вот сюда вот повешу. Ммм, красота. Так, в гостиной закончили. Все ясно. Так, продавай. Пойдем. Угу. Пойдем вниз. А, это первый этаж. Удалить предмет. Удалить предмет, 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 предмет. Потолочная лампа. Установить устройство. Поместить предмет. Давай установим устройство. Штора. Здесь такое все сероватое, поэтому... Ладно, белые шторы повешу. Пускай. Что такое-то? Че мешается-то, я не пойму. Слишком мало места?
Ща-ща-ща-ща-ща. Во. Чё, мало места-то? Вот ты хочешь сказать, мне стол мешает? Ну, скорее всего, стол, но я все равно путем нехитрых манипуляций заставил штору повеситься сюда. Как бы это не так сложно. Так, сюда нужно еще повесить телевизор. Куда бы повесить? Подвесной телевизор купить сейчас. Наверное, повесить его нужно вот на эту стену. Ну, чтобы наверняка, чтобы он не мешался. Угу. Теперь зеркало. Какое-то оно... А, это прихожая же. А где прихожая? Так, это не прихожая. Вот вход. То есть захожу. Вот здесь должна быть... должно быть зеркало и вешалки. Правильно? Правильно. Стул с узорами. Диван. Сюда диван надо поместить. Ну, давай Я даже не знаю. Но диван вот здесь должен стоять. Потому что он по размеру здесь подходит. Купить сейчас. Вот сюда поставлю диван. А, вот... Светлую вешалку куда поставить нужно? Так у меня здесь уже есть вешалки. Зачем еще-то? Зачем лишние-то предметы ставить? Так, ну ладно, пусть будет здесь. Телевизор тогда я повешу вот сюда. Куда-нибудь. Над диваном, блин. Логика вообще железная. Над диваном вешать телевизор. Здесь высоко голову задирать будешь, и будет неудобно. Будет болеть шея. Давай повешу сюда. А теперь нужно отодвинуть стол. Вот сюда. Взять стулья. Просто обычные какие-нибудь, да, вот такие вот. Купить несколько. Раз. Два. Три. И четыре. Что-то по бюджету у меня уже плоховато все. Здесь что, в коридорах ничего не нужно? Здесь нужно удалить комод. Комод где? Вот он, комод. Поместить предмет комод другой. Хорошо. Так, ну здесь все такое серенькое-серенькое. Давай вот купить сейчас. Вот нет. Ладно, здесь белая мебель, поэтому куплю я белую мебель. Не могу сделать, говорит сейчас. Все ты можешь сделать. Ты просто не хочешь, ты притворяешься. Так. Так, вот сюда. Так, эта комнатуха закончена. Это что у нас с тобой? Удалить комод. Ага, ага, ага. Двуспальная кровать. Так, здесь ничего делать не нужно. Здесь покрасить нужно стены будет. Эта комната закончена. Эта комната закончена. Но получается, что у меня... Вот в эту нужно комнату зайти, удалить. Начинающая гитаристка. Дочь только что решила, что начнет учиться играть на электрогитаре. Она говорит, что у нее столько энтузиазма, что она хочет практиковать игру днем и ночью. Ее комната разделяет стену со спальней ее родителей. Если дочь выполнит свои угрозы, у родителей будет много бессонных ночей. Давайте вставим в стену звукоизолирующие маты. Может быть, это позволит родителям спать спокойно? Вряд ли. Это всего лишь мимолетная страсть, она быстро пройдет. Давай просто красиво обставим ее комнату. Нет, нужно маты повесить, но все же плитка. Зачем плитка в... Как ее называют? Плитка, блин, в помещении, где человек будет играть на гитаре. Ему наоборот акустика нужна другая. Там должен быть ковер, хотя бы. Шторы, да, шторы нужны, но давай сделаем их каким-нибудь красным цветом. Купить несколько. Сюда, сюда и сюда. Установить. Что-то красным все горит, непонятно. Красиво. Мне нравится. Да давай, закручивай. Сейчас акустических панелей навешаем, чтобы было вообще все классно. Где она здесь играть умудрится? Не знаю. Ну, дело не мое.
Пускай как хочет, так и делает, как хочет, где хочет, там и играет. Овечки? Так это не овечки. Или овечки? Овечки, куплю их. Кровать. Так, вход здесь, кровать, значит, должна быть... Ну, давай вот так вот я ее поставлю, эту кровать. Эть, не очень разумно получается, но что поделаешь. Стол. Белый пусть стол будет купить сейчас. А, но он небольшой. С учетом того, что он небольшой, я могу его поставить вот сюда. Угу. Комод. Тоже пусть такой вот будет. Ну нет, он должен быть белым. Купить сейчас. Что-то какой-то комод еще меньше, чем стол. Я что, Гулливер, что ли? Почему он такой маленький? Кровать огромная, а стол с комодом маленький. Туда что, носки только складываются? Электрическая гитара. Ну ее нужно, блин, такую, не знаю, это... Что это за цвет? Белый. Первичный цвет желтый. Основание. Не знаю, какая-то яркая должна быть. Почему здесь такие цвета унылые? Вот. Да пусть такая будет. Купить сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что вытворяет. Она сама, кстати, закрутилась. Я ничего не делал. Ладно, гитару повешу вот сюда. Она, видать, только вешается. Светлый стул купить сейчас. Угу. Вот сюда поставить. Захрена тебе цветок-то здесь еще нужен? Ну, девочка. И без того маленький стол ты еще цветок туда поставил. Ночник. Купить сейчас. И будем размещать панели. 50 на 50, 25 на 25. Сначала нужно основным пройти. Тут должна быть красная и белая. Нет, нет. Желтая, может быть. Нет. Черная. Купить несколько. Так, ну играть я буду здесь. Скорее всего, нужно вот где-то вот... Их нужно 6. Это сообщающаяся комната с родителями, поэтому нужно вот здесь вешать. 50 на 50 нужно тоже красную с черным. Сюда. Эть. Так, еще надо повесить. Угу. 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 Ага. Так, 11 и 14, 25 на 25. Ну, это обычно их красными. Купить несколько. Туда они не помещаются, поэтому поместятся они в другое место. Я их, блин, я не знаю даже куда. А знаешь, они почему не помещаются? Потому что я панели не самый низ повесил, поставил. Не знаю, пусть будут тут здесь. Да что ты будешь делать? Мне нужны красные панели, купить несколько. Ну типа, пусть будет. Толку-то от этого вот верха. Там все равно никто ничего не слушает. А тут не будет ничего отталкиваться. Откуда там звук-то? Вот здесь давай повешу. Нужно просто сделать, как это сказать, покрыть какую-то площадь. Нет тут смысла от того, что ты будешь заполнять всю площадь, не всю площадь. Нужно просто освободить, так сказать, пустое пространство. Ну, по типу вот так вот. Я не знаю, зачем я так сделал. Ой. Так, спальня завершена. Пойдем в следующую комнату. Сюда пойдем. Да, здесь лампочки-то нет. Есть лампочка. Двуспальная кровать. Так, ну, пусть будет обычная.
И стоять она будет вот здесь. Нет, будет стоять она вот здесь. Тут есть тумбочка одна. Две тумбочки. Поэтому, пожалуй, сделаю вот так. Левосторонняя. Белая. Купить. Кровать я подвину. Угу. Так. Сюда поставить еще одну. Купить сейчас. И теперь лампочки. Две лампочки купить сейчас. Несколько. Угу. Вот так. Вот так. И картину. Большую картину во всю стену. Красота. Неописуемая просто красота. Зачем такая большая картина тебе в комнатке? Не знаю. Эта комната пустая. Все. Пойдем в эту комнату. Нет, в этой комнате тоже я был. В этой комнате я тоже был. Получается, мне нужно сделать еще ванную комнату. Здесь мне нужно что сделать? А, удалять ничего не надо. Покрасить в белый цвет. Что? Купить несколько. Здесь 20, поэтому... Вот так вот. Тихо. Не дури. У меня компьютер что-то это хочет сделать. Положи вот сюда. Это возьми. Да что такое-то? Хватит там. 20 панелек нужно разложить. 20 панелек это ерунда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот это белым будет. А остальное все можно закладывать панелями. Правильно я понимаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Что-то где-то, короче, я обманулся. Где, не знаю. Ну и неважно, в общем-то. Не знаю, зачем я здесь панели белые кладу, потому что, ну, белый цвет... Хрен его знает, чем панели от белой краски отличаются. Просто они текстуру другую немного иметь будут, но и не более того. В остальном-то это то же самое. Надо было все-таки под кирпич класть. А не видишь, какую эту имеют? Не текстуру, а какую картинку они имеют? На полу вот они лежат, они по-другому выглядят совсем. И когда покупаешь, они тоже иначе выглядят. Они пополам делятся с кирпичом. Зачем это так и почему так показывается, я не понимаю. Можно же было поправить как-то это. Ту-ту-ту, ту-ру-ру. Видишь, мне одна панелька осталась. А у меня еще вон сколько места. Тут две стенки почему-то не учли. Ну и ладно. Беру, значит, белую краску. ДС-ку. Купить сейчас. Набрать. Угу. Угу. Так, краски не хватило, представляешь? Все, эта комната тоже завершена. Продай, продай, продай. Что осталось еще нужно сделать? Сколько там у нас? Нормально, по времени все хорошо. Угу, 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 угу. Так, это что? Так, здесь тоже все сделано, здесь тоже все сделано. Это что сейчас было-то, блядь? Дурак. Подожди, а где... А, тут есть второй этаж. Есть второй этаж, а я про него... Подожди, это не второй этаж, это первый. Точнее, а, это второй этаж. Я был на первом этаже. Модифицировать стены, покрасить. Так, 16 панелей уложить. Я понял, сейчас все сделаем. Плитку надо положить еще. Давай с плитки начнем, потому что, ну, плитка-то, она это быстрее делается. Плитка положена. Лесная дымка, это как? Фу, какой цвет неправильный, некрасивый. Купить сейчас. 20 стен покрасить. 20 стен покрасить, это тоже вот много, короче. Нужно много покрасить стен. Почти столько же, сколько я, как называется, плиткой в той комнате укладывал.
Мне хватает на 11 стен покрасить. Даже, наверное, на 12 одного валика. 18. 18. Блин, 18. Давай, короче, я покрашу все стены вот эти вот. А потом, если что, положу плитку на ту, на какую покрасил. Ну, потому что, блин, надо еще одну было купить. Надо было купить еще одну. Беру. Мазюкаю, приклеиваю. Беру, мазюкаю, приклеиваю. Беру, мазюкаю, приклеиваю. Такой процесс, конечно, веселый, интересный. Никак иначе даже не скажешь. Бюджет, конечно, уже ушел по самой небалусе, в красную зону. Но что поделаешь? Ремонт вообще, это дорогая вещь. Если ты не знал. Да, да. Ну, как ты видишь, можешь даже не сомневаться в моих словах. На самом деле, вот видишь, как все дорого. То ли эта комната немного больше, то ли эта комната какая-то странная. То ли я там где-то в расчетах ошибся и получилось не так, как надо было. Не так, как должно было получиться. Так, это удаляю. Открываю, выхожу. Где-то я что-то не доделал. Первый этаж. Кухня. А, кухня, ёптвою мать, целая кухня еще. А где здесь свет включают? Чё здесь света нет? Ну-ка, подожди. Не может быть такого. Не может быть такого, мне нужно включить свет. Нет, это не еди... А, вот он. Я думал, единый выключатель. Уложить на пыльную плитку белые панельки. Так. Угу. Делофт. Делофт. Холодос. Поместить, купить несколько. Купить не надо несколько. Мне нужно вот так вот сделать. Оп, оп, оп. Оп. Да знаю, что бюджет скоро закончится. Мне особо и не нужно больше. Плитка. А, или, да, тут? Нет, не или, тут просто 60 в сумме, и получается вот так купить сейчас? Не хватит. А может и хватит. И 20 керамической плитки. Купить сейчас, еще одну купить сейчас. Не подумал. 20, где у меня 20? Блять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать. А где здесь еще можно найти? Не знаешь? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. То есть здесь где-то как-то надо так покрасить, чтобы... Точнее, прилепить так плитку, чтобы она выглядела тоже не вычурно. Скорее всего, где-то как-то так вот. Хотя здесь она выглядит еще более вычурно, чем она выглядела бы, я не знаю, везде где-либо. Она здесь вообще ни к чему. Надо было просто покрасить краской все и все. Зачем тут 20 плитки делать, я не знаю. Но она обычно, плитку кладут обычно вот в такое вот место, чтобы не пачкать стены. То есть плитку помыть гораздо проще, чем стену с краской. И даже если краска моющаяся, она все же, она отмывается гораздо хуже, чем плитка. Поэтому вот кладут плитку. Но почему именно здесь и почему именно так, я понятия не имею. Она как бы должна быть на протяжении всего вот этого вот... На протяжении всего стола, на протяжении всей столешницы. А получается как-то не очень. Ну, серьезно. Хотя, ну и ладно, пусть будет. Беру краску и начинаю мазюкать. Делов-то. Вроде цвета совпадают почти с плиткой. Поэтому выглядит не так убого. Хотя, ну не прям не убого, а все же какой-то такой себе ремонт.
Не знаю, возможно, в глазах разработчика это должно было иначе немножко выглядеть. Тогда бы и писали как надо. Я-то откуда знаю, как надо? Я дизайнер, что ли? Так, 32. Угу. Угу. Готово дело. Задание выполнено. Я, правда, стены не докрасил. Ага, все, вот теперь выполнил. А вот это что? Кто ж так оставляет до середины? Выполнил, и типа вот это вот промежуточное звено, вот это не покрашено. Некрасиво, некрасиво. Так, здесь, да, здесь тоже вроде все сделано. Отлично, продаю излишки материалов. И все, можно завершать заказ. На 714 тысяч навыполнял, начинил. Да и, в принципе, на этом можно спокойно закончить. Осталось-то всего ничего у нас с тобой. Сколько тут, получается, домов осталось? Один? Или же заказ еще один пришел? Прибавляются они как-то или нет? Давай посмотрим. Да, слушай, два. Два заказа. Теперь вот этот дом пришел. Так что я предполагаю, что все дома в итоге мы починим. Ну и ладно. Будет видно. Спасибо большое за просмотр, ставь комментарий, пиши лайки, увидимся с тобой в следующей серии, в других игрушках, подписывайся обязательно на группу ВКонтакте, ссылка на которую указана в описании, и всем пока.